участники и гости, мы рады приветствовать вас на официальной церемонии открытия первых международных музыкальных выставок NAMM Music Messe Russia и ProLatin Sound NAMM Russia. Мы хотим поблагодарить каждого из участников наших выставок, потому что они состоялись в первую очередь благодаря вам. Месса Frankfurt Russ желает всем вам удачи. Пусть в течение предстоящих 4 дней эта выставочная платформа ZAO Expocenter поспособствует росту вашего бизнеса, получению новых бизнес-контактов и станет своеобразным вектором в развитии направления музыкального рынка России. И сейчас для меня большая честь представить вам статс-секретаря, заместителя министра культуры Российской Федерации, госпожу Чуковскую Екатерину Эдуардовну. Спасибо, Ирина. Очень приятно выступать под музыку, даже заместителю министра культуры это не всегда удается. Я хочу поприветствовать всех участников выставки и ее организаторов, особенно компанию Messe Frankfurt, потому что в Москве проводится много выставок, в том числе и в этих гостеприимных стенах, но эта выставка особая, потому что она несет особую социальную миссию. Сама выставка и мероприятия на ней посвящены вопросам музыкального образования. Это тема, которой Министерство культуры занимается очень серьезно. И прекрасно, что у нас появились такие замечательные партнеры. Это первая выставка, но я очень надеюсь, что не последняя. Спасибо. Thank you. Сейчас я хотела бы передать слово генеральному директору компании «Динатон» Ромаису Калтарчану. Прежде всего хочу поздравить всех с праздником. Потому что там, где музыка, всегда праздник. И я уверен, что эту выставку ждет очень большое будущее. Потому что организаторы уделяют очень большое внимание развитию музыкального образования. Мы в компании «Динатон» тоже поддерживаем в меру наших возможностей, как и другие дистрибуторы и производители музыкальных инструментов, тоже поддерживаем музыкальное образование. Мы провели около 900 бесплатных семинаров и мастер-классов для всех желающих с целью популяризации музыкального образования. И сейчас, пользуясь случаем, хотели бы передать в музыкальные школы России 5 гитар Flight C100. Да, и мы хотели попросить Екатерину Эдуардовну передать эти гитары в те школы, где они наиболее нужны. Сейчас я передаю слово первому заместителю генерального директора ЗАО «Экспоцентр» Гусеву Николаю Николаевичу. Дорогие друзья, гости, участники этой прекрасной выставки, мне очень приятно, что заместитель министра культуры дала такую высокую оценку этой выставки. Мы очень благодарим Messe Frankfurt и, конечно, нашего друга Огена за его партнеров, за организацию этой выставки здесь. Желаем успеха выставке, ее участникам и всем, кто ее посетит. Спасибо вам большое. Предоставляю слово президенту Американской ассоциации музыкальных производителей NAMM Джон Амон. There are 9,000 members around the world. Welcome to the inaugural NAMM Music Messe and ProLight and Sound NAMM Russia. От лица Американской музыкальной ассоциации NAMM, в состав которой входит порядка 900 членов, я рад приветствовать всех вас на первых музыкальных выставках Music Messe и ProLight and Sound. I'd like to thank all our exhibitors, over 190 exhibitors from around the world, actually 18 different countries. Half of the exhibitors have come from outside of Russia, which is unheard of for a new event like this. Я хотел бы особо поблагодарить участников наших выставок. Сегодня на выставках представлено около 190 участников из 18 стран мира. 50% этих участников иностранные приехали к нам издалека. И это, безусловно, является знаком, ключевым моментом для обеих выставок. NAMM is a member organization. All the people who make and sell music instruments belong to our association. And as such, we are owned by the industry. От лица ассоциации NAMM также хочу сказать, что в целом все, кто представлены на выставке, они входят в ассоциацию NAMM и имеют непосредственное отношение к музыкальной индустрии, к развитию музыкального рынка мирового. Сейчас я хочу представить вам члена совета директоров компании Messe Frankfurt GmbH, господина Детлифа Брауна. Thank you very much, Irina.
It's getting a little bit difficult now because I'm the last to speak, so I have to summarize. I have the pleasure to summarize. And what I always do, I will not take my script, I will take a shortcut through my script now, which makes it difficult for you to translate. Так как я последний, кто сегодня произносит речь, я сделаю своеобразный вывод из всего, что было сказано. First of all, I would like to thank a lot of people, starting from the top, because the god of weather, ladies and gentlemen, must be a big music fan, that's for sure. Whenever there is music, Messe, and ProLight and Sound, you can be sure around the world that we have perfect weather. В первую очередь я хотел бы представить и поблагодарить... Sorry? Exactly. Right. Я хотел бы поблагодарить Господа Бога за хорошую погоду именно так. I would like to thank everybody of us. I would like to thank the government for really supporting us. I really would like to thank our friends and partners from NAMM. Thank you very much, Joe, Kevin. I would like to thank Expo Center. I would like to thank all the teams who have been involved in really putting together this incredible and wonderful show for the first time here in Moscow. Я хотел бы поблагодарить всех организаторов, я хотел бы поблагодарить тех, кто поддерживает нашу выставку. Именно благодаря им выставки сегодня здесь состоялись. I'm sure that all of us together here will have four very exciting days, but not only exciting days, I think we will have four very successful days together, and together all of us we will really develop the music industry here in Russia. Я очень надеюсь, что у каждого из нас здесь будет 4 успешных дня, и мы по-настоящему поможем развить музыкальную индустрию России. Thank you again for all of you, and I'm looking forward for the next exciting shows in the coming years to come. Thank you very much. Спасибо. Dear ladies and gentlemen, let's have the show open and make it in the Russian traditional way with the scissors, please. One, two, three, cut. Perfect. Line didn't work.